Миссия откомбечить. Автор из Ленирам читает Кэт Уилд. Из записок инсайдера. Пока арми страдали в неведении, почему не выходит привычного промо к камбэку. В стенах одной известной на весь мир общаги разгоралась очередная бантана-война, грозящая перерасти в тотальный пиздец, как, собственно, перерастает в него и все происходящее в общаге, рано или поздно. «Но я вам говорю, мы должны ебануть что-нибудь такое, чтоб все охуели, и до камбэка не выхуели обратно», заявляет безапелляционно Чонгук, упираясь руками в бока. «Да угомонись ты уже, Чонгука. Никто из нас не будет танцевать в стриптиз в кадре, как бы тебе этого не хотелось. Никакие бы аргументы ты не приводил». Угрожающе шинкует капусту на широкой деревянной доске Сакджин. «Даже Чимин?» – жалобно уточняет Юнги. «Особенно Чимин!» Чимин вздыхает, потому что он, если честно, так-то бы и не против. «Ладно», – останавливает хаос взмахом руки лидер. «Времени не так много, а мы еще не решили, что будем сегодня выкидывать в соцсети в рамках камбэка». «Предлагаю выбросить старый рюкзак Чонгука», – предлагает высунувшись из гардероба Тэхён. «Это не в рамках камбэка, предлагаю, а исключительно из чувства самосохранения. Он мне только что с верхней полки на голову свалился, и у меня теперь, кажется, сотрясение мозга». «Просто сотрясение», – поясняет Юнги. «Откуда у тебя мозги?» «Ты опять карабкался по полкам, как мартышка. Потому что тебе лень было двигать стремянку?» – удивляется обернувший Хасок. «Тогда да, просто сотрясение». «Не отходите от темы, что мы будем выкладывать в рамках промо. Надо что-то необычненькое, поскольку и сам камбэк у нас необычный». «О-о-о!» – вскакивает Чонгук. «Предлагаю снять, как мы стоим на балконе и хором поем фрагменты с заглавки. И камера такая, знаешь, отъезжает назад. И получается, как будто мы поем на весь мир». «Ага», – кивает Сакджин. «Хорошая идея. А как до того, как приезжают копы и вяжут нас семерых за нарушение общественного порядка? Мы потом покажем в закадровом эпизоде, да?» Чонгук хмурится и снова углубляется в свой единоличный мозговой штурм. «А что если мы натянем большой плакат с нашим групповым фото, а потом бац, и каждый разрывает бумагу и шагает за пределы плаката, знаете? Я такое видел уже где-то. Очень эффектно». «Безусловно», – кивает Намджун. «Мне нравится». «И армии, безусловно, понравится», – кивает Сакджин. «А зная таланты нашего лидера, особенно армии понравится то, как ебанется на нас сверху стенд со всей этой полиграфией, когда лидер попробует прорвать свой кусок фотографии». «Ой, да ладно, Хён, тебе все не нравится», – фыркает Чимин. «А ты не слушай такого придирчивого меня», – предлагает Джин. «Ты же у нас птица-говорун по связям с агентством и общественностью. Вот позвони, предложи Банпиде все варианты, которые с утра тут предлагаются. Посмотрим, какой из них он одобрит. Думаю, предложение Юнги снять, как мы все спим, крупным планом, ему понравится не очень. Динамики маловато. Всего-то Хасок пару раз на 360 градусов по кровати пропутешествует. Да ты все подушки по общаге под себя подгребет. А вот твое предложение раздеться догола, обмазаться мороженым, обваляться в розовом попкорне и показать всему миру, какие мы сладенькие. Это, думаю, его просто в восторг приведет». «Нет, никаких попкорнов», – отрезает лидер. «Нам нужно показать что-то из клипа, но так, чтобы не спалить его суть». «Боже, не смежи меня», – ржет Юнги. «Мы уже спалили из заглавки все, что могли. Хочешь нагнать таинственности? Тогда придется вообще в итоге спеть другую песню. Бести, например. Вот будет нежданчик, да?» «Креативнее надо быть, креативнее», – провозглашает Тэхён и вытаскивает в центр коробку с какой-то разноцветной мишурой. «И ты чё?» – недоумевает Чонгук,
вытягивая двумя пальцами из коробки красный платок с нашитыми на него монетками. «Это ты из Дубая?» «Это с Алиэкспресса», — поясняет Т. «Нам надо быть максимально непредсказуемыми, поэтому и хореография наша должна быть неожиданной». «Так», — опирается руками о кухонный стол Джин. «То есть насчет стриптиза Чунгук не шутил, да?» «Ага», — кивает радостно Тэхён. «Вот только представьте. Начнем мы с ча-ча-ча». Он достает из коробки сложенный веером яркий перьевой хвост. Судя по его состоянию, повидавший не один бразильский карнавал. «Потом перейдем на риверденс». Судя по стопке вещей в углу коробки, он уже даже колготками и клетчатыми юбками затарился. «Затем сбацаем танец живота. А закончим прилично, полонезом». «А-а-а», кивает Юнги. «Хорошо. Что ты сказал про полонез?» «Полонез, конечно, все меняет. Так-то Шихёк точно не позволил бы». «Ну, раз полонез...» «Ух, как мы их всех таким номером откомбычим, да, Гуки?» Восхищение и предвкушение всхлипывает Тэхён. И смотрит в растерянности, как Джин выволакивает коробку в коридор. «Да куда, Джинни?» «Сжечь!» Целеустремленно перетягивает старший Хён коробку через порог прихожей. «Это надо стереть с лица земли, а то я ж тебя знаю. Ты ж от такой идеи просто так не откажешься. Не сейчас. Так потом сядь трихомуди где-нибудь да ебанет». «Зря ты так суровый, Хён», — приобнимает прослезившегося Тэхёна Хасок. «Идея сама по себе интересная. Просто реализация. Чересчур креативная. Но можно подумать в этом направлении». «Так, надо быстрее думать», — посматривает на часы Чимин. «Агентство говорит, что если через час мы ничего дельного не предложим, Энхаппен запустят». «Давайте хоть фотки какие-нибудь эксклюзивные откроем», — предлагает отчаявшийся уже услышать вменяемые предложения в этой компании Юнги. «Закадровый из концепт клипов есть у нас, можно их выкинуть». «Ты какие именно хочешь выкинуть, Хён?» — ехидно уточняет Тэхён. «Те, на которых Гуки укусил хасочий розовый диван, потому что он ж похож на карамельку. Или те, на которых Хасоки Хён бился головой об барабан и орал: послушайте, какой гулкий звук, какая лаконичная пустота. Или, может быть, те, где ты, Юнгия, ложился возле своего синего дивана и подставлял язык, чтобы эта зеркальная хуйня капала прямо тебе в рот». «Никто не заставлял вас наливать мне виски», — огрызается Юнги. «Сами виноваты теперь». «Ну, в итоге, что мы сегодня публикуем?» — уточняет Хасок, отвлекшись от телефона. «А ничего уже не публикуем», — ржет, заглядывая в свой телефон Джин. «Биг-хит уже Энхаппен запустили». «Что это значит?» — недоумевает Чунгук. «Это значит, что мы проебали еще один предкомбычный день, друзья», — вздыхает Намджун. «Нет, все-таки промоушеном альбома должны заниматься профессионалы, а не кто попало». «Хватит того, что кто попало занимается самим альбомом. Добро!» — хихикает Юнги. «Не представляю, что из этого получится», — почесывает висок указательным пальцем Хасок. «Такого камбэка у нас никогда еще не было. Что и требовалось доказать», — задирает свой маленький указательный палец вверх Чимин.